Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такое очень простое выполнение пуловер. Вязала я его ювеланным способом, лицевой гладью. Причем как начинала вязать с лицевой глади, так и заканчивала до самого конца. Поэтому у нас получились вот такие аккуратненькие закругленные края. Вы же можете заменить края на вязание резиночки, к примеру, 1 на 1, либо 2 на 2, либо же на какой-нибудь любой рельефный узорчик, для того, чтобы края не были закручены. Это может быть даже обычная платочная вязка. Также вы можете полностью лицевую гладь заменить на любой, скажем, узорчик, который вам понравился. Я вязала очень простой пуловер в выполнении, поэтому не обрабатывала даже края. То есть, если вы обратите внимание, у меня горловинки края и края, скажем, низа кофточки и рукавчиков абсолютно не обработанные. Вы же можете, к примеру, на свое усмотрение, скажем, сделать красивые, допустим, окантовочки резиночкой, но лучше этого делать не стоит. Эта модель именно вот такая вот простая, скажем так, немножечко оверсайз, если вы обратите внимание. Я была ограничена в количестве пряжи, у меня было всего лишь 3 моточка данной пряжи, поэтому я изначально рационально, скажем, делая расчеты, распределила количество пряжи на любую, скажем так, деталь данной кофточки. Если вы не ограничены, то, соответственно, можете сделать рукавчик длиннее, кофточку длиннее, шире, расширение, скажем так, именно размер сделать больше, вот, если вам нужно, но наборочный край вы оставляете такой же точно, как у меня по количеству петелек, и затем расширяете до нужного размера вам. Я изначально хотела рукавчик 3 четверти и максимально глубокий вырез, так у меня и получилось. Вырез вы можете варьировать точно так же, как и длину рукавчика. Я сделала максимально свободный как рукавчик, так и кофточку, обратите внимание, что очень хорошо тянется пряжа. Вот, и получилось, в принципе, то, что я хотела. То есть, изначально, какие расчеты я сделала, кофточка у меня совпала полностью, исходя из моей плотности вязания. Я всегда рекомендую делать изначально небольшой образец пряжи и спицами, которыми вы будете вязать, так как они могут различаться от моих. И чтобы вам потом не пришлось в дальнейшем переделывать вязание ваше полностью изделие, вот, то, конечно же, лучше делать расчеты изначально, а затем приступать к вязанию. Кому понравилось и будет полезно данное видео, лайкайте и приступаем к расчетам и вязанию данного изделия. Перед тем, как приступить к вязанию кофточки, нам нужно снять некоторые мерки, которые нам понадобятся по ходу работы. Первая мерка — это, конечно же, обхват груди, для того, чтобы высчитать полуобхват для вязания кофточки. У меня обхват груди 82 сантиметра, но так как я хочу достаточно глубокий вырез в 21 сантиметр, то я буду делать расширение до полуобхвата 40 сантиметров, то есть минус 2-3 сантиметра от окружности груди, для того, чтобы у меня в районе груди была кофточка как можно обтягивающая, и затем я не делала убавления по ходу вязания высоты кофточки. Если вы хотите вырез горловинки немножечко меньше, скажем, более на высшем уровне, то вам нужно будет, после того, как вы будете делать расширение на рукавчике, на спинку и на перед, соединить первую планочку переда, полочку и вторую полочку, то есть вы соединяете раньше, чем 21 сантиметр. И длина кокеточки, расширение регланных линий и прибавление петелек у меня также будет останавливаться на 21 сантиметре. Вот, далее у нас будут отделяться петельки на рукавчике и соединяться перед со спинкой, для того, чтобы вывязывать длину общей кофточки. Далее вторая мерка, которая нам нужна, это длина кофточки, либо высота. Вот, либо же это может быть длина от проймы до самой нижней части кофточки. Так как я была ограничена в 3 моточках пряжи, то, соответственно, я сначала, скажем так, связав кокеточку, буду отделять петли переда и спинки, скажем, совмещая их. И у меня будет вот эта длина, это буквально 1 моточек. Поэтому я посмотрю, ориентировочно я измерила, что мне нужно 34 сантиметра. Вот. И из-за того, что, опять же таки, я ограничена в количестве моточков, то я буду делать рукавчик где-то в 2 трети, либо 3 четверти, как у меня получится по длине. Ориентировочно, опять же таки, я буду от линии проймы до полностью длины рукавчика, мне нужно около 29 сантиметров. То есть, соответственно, к этим 29 сантиметрам я добавлю еще 3 сантиметра для того, чтобы у меня получился вот такой вот закругленный краешек. То есть я буду закрывать лицевую гладь
без обработки рукавчиков резиночкой. Точно так же и здесь у меня 34 сантиметра я измерила, что мне нужно от проймы в длину кофточки. И плюс где-то 2-3 сантиметра для того, чтобы опять же таки был вот такой же подвернутый край, как и на рукавчике. Хотите, можете не делать вот такой отворотный край, скажем, а сделать 2-3 сантиметра резиночка, любой выбранной 1:1, либо 2:2. Но желательно, чтобы на рукавчике и на линии нижней края у вас было одинаковое, скажем так, окончание. То есть, если у вас резиночка, то, соответственно, эта резиночка и там, и там. Так как у меня горловинка не обрабатывается, это, скажем так, обычное расширение реглана и прибавление для полочек передом, то я здесь уже как бы, это у меня готовая глубина кофточки. Хотите, можете потом в дальнейшем обработать резиночкой, если вы будете здесь обрабатывать резиночкой, так как у меня подворотный край, то здесь я точно так же оставляю как бы такой вот подворотный край. Вот. Теперь, что касаемо наборочных петелек, мы будем набирать для расширения кофточки на размер XSS, это 34-36 где-то, то у меня будет 58 петелек. В принципе, и для M-очки следующего размера в 38 размер точно так же достаточно 58 петель. Хотите, можете набрать 56, но при этом на полочке переда взять не 4 петли, как у меня, а 3. Тогда у вас будет более здесь как бы плавный переход. Я, в принципе, уже сделала некие такие вот расчеты. Исходя из плотности своего вязания, у меня в 10 сантиметрах в ширину вместилось 19 петелечек, в высоту это 26 рядочков. Соответственно, я знаю, сколько у меня в 1 сантиметре вмещается петелек и рядочков. Вот. Я обычно ряды измеряю просто сантиметров, я не просчитываю их количество, но я вам написала свою плотность вязания. Мне понадобится лишь только вот эта цифра в 1,9 петелек в 1 сантиметре. Исходя из этого, я и буду делать расширение кокеточки, отделять петли на рукавчик и отделять петли на спинку и перед. При этом глубина у меня будет горловинки соединяться как раз таки на линии, скажем, окончания реглана вывязывания рукавчика. Если вы хотите рукавчик подлиннее, то, скажем, я дам некоторые рекомендации в видео, вы будете делать убавление, либо продолжать, как у меня, либо же это, конечно же, зависит от длины, прежде всего, до запястья это будет, либо же это 3 четверти, либо 2 трети рукавчик. Вот, поэтому здесь как раз-таки, исходя из этого количества, до которого мы будем увеличивать ширину рукавчика и ширину переда, вот, мы будем делать убавление. Я хочу, чтобы у меня было чуть ниже, чем, скажем, мой локоть. Вот, соответственно, я не хочу, чтобы это слишком было в облегающем состоянии. Я где-то обычно оставляю плюс 2-3 сантиметра к окружности ручки, скажем так, там, где у меня заканчивается рукавчик. Вот, вот такие вот самые простые мерки мне понадобились для вязания кофточки. Вы же измеряете у себя, исходя из этого, будем ориентироваться и вязать. Конечно же, это все соотносительно, и мы по ходу вязания будем варьировать, возможно, подстраиваться. Вот. У меня, повторюсь, 3 моточка, поэтому я один моточек буду использовать на расширение кокеточки. Кокеточка у меня будет заканчиваться на ручках вот в этом размере. На этом расстоянии кокеточка вот здесь у меня по как раз таки линию расширения V-образной горловинки и рукавчиков. Все остальное это у меня уже идут, скажем так, на 2 рукавчика почти моточек уйдет. И здесь у меня уйдет моточек и остаток с рукавчиков. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать фирму Valencia. Серия называется Gaudi. Здесь в 100 граммах 230 метров. В состав входит 12% перуанской шерсти ламы и 88% премиум акрила. Я буду использовать 3 моточка, которые у меня есть. И кому интересно, цвет это 16-1543. Вот. И также нам понадобятся спицы, конечно же. У меня это номер 4,5. Я хочу иметь просторное, такое вот свободное, аккуратное вязание. На тросике у меня 60 сантиметров. Рекомендую брать короче, для того, чтобы вам было просто удобнее вязать. Вы же можете заменить спицы на четверочку, либо для плотного вязания это 3,5, но тогда вам понадобится 4 моточка данной пряжи.
Вот. Также нам понадобятся держатели для открытых петелек. Это две обычные большие булавки, либо же можете использовать ниточку контрастного цвета и потом просто оставляете открытые петельки, переодевая аккуратно иголочкой эти петельки на дополнительную нить. Также я буду использовать 4 маркера для того, чтобы отметить регланные линии. Вот. И нам понадобятся, возможно, дополнительные инструменты, такие как ножницы, иглы, булавочки. Там уже вы будете смотреть по ходу вязания, что кому и чем удобнее. Для начала работы нам нужно набрать 58 петелек. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую, набираю еще 56 петель. Таким образом я набираю для того, чтобы у нас не были растянутые крайние петельки. Затем при вязании, по окончанию провязывания первого ряда, у нас будет красивый и аккуратный вот здесь вот краешек. Далее вытаскиваем свободную спицу, на которой нет начальных 2 петелек, и вяжем первый ряд. Первый ряд у нас вяжется очень просто. Просто изнаночные петельки. Я вам сейчас расскажу, можно сделать 2 варианта кромочных петель. Первый вариант — это просто снимаем первую кромочную не провязанную, последнюю в каждом ряду провязываем изнаночной, тогда у вас получится по краю красивая косичка. Второй вариант — это узелковый, то есть смотрите, сейчас у нас как есть рабочая ниточка на пальчике, так и провязываем каждую первую кромочную петлю лицевой и в изнаночном, и в лицевом ряду. В каждом конце мы провязываем по рисунку, который у нас в ряду. То есть, если вы провязываете в конце ряда лицевую и в начале ряда лицевую, то у вас получаются вот такие вот как бы визуальные узелочки. Я же буду не провязывать кромочную петлю, а просто снимать вот таким вот образом. Далее провязываем все петельки до конца этого ряда изнаночные. Теперь при вязании второго ряда, а он у нас будет лицевой, для того, чтобы с лицевой стороны получилась вот такая красивая наборочная косичка, а не вот такие рубцы. Мы должны 58 петелек распределить на реглан. То есть смотрите, для начала мы от 58 петелек убираем по одной кромочной петле в конце и в начале ряда. Далее нам нужно распределить петельки на перед, рукав, соответственно, рукав второй и спинку. Теперь мы берем по одной регланной петле на каждую из линий. То есть у нас 4 регланные линии, которые разделяют перед, рукавчики и спинку. Теперь смотрите, нам нужно сейчас взять по 3 петельки на перед, потому что перед у нас будет постепенно становиться вот таким вот V-образным. Для него мы будем делать прибавление с одной стороны и со второй стороны для V-образного выреза. Теперь мы возьмем по 10 петелек на рукавчик 1 и 2, но так как у нас вычитается регланная одна петля с одной стороны, то на рукавчик мы возьмем 9 петелек. Далее, еще 2 петельки мы должны будем вычислить с петелечек спинки. Но для начала нам нужно вычесть 58 минус 4 регланные петли, минус 2 раза по 3 петельки наперед и минус кромочные петельки, то есть 6, 8, 10 и 12 петель. И еще минус 2 раза по 9, то есть петельки рукавчика. Получается 28 петель у нас должно пойти на спинку. И если вы сложите 28, 4 регланные петли перед рукавчики и кромочные петельки, у вас должно получиться число 58. И теперь мы должны будем на практике распределить вот эти петельки. Каждая из вот этих регланных петелек или регланных линий будет отмечаться у меня маркером. И начинаем. Первая кромочная петля у нас снимается не провязанной, затем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И запомните, что с лицевой стороны всегда петли будут вязаться лицевыми, а с изнаночной стороны изнаночными, то есть по рисунку лицевой глади. Далее у нас должна идти сейчас одна регланная петелька. Мы вяжем ее либо лицевой, либо изнаночной. Самое главное, вам нужно запомнить, как вы будете вязать с лицевой стороны вот эти регланные петельки, либо регланные линии.
И самое главное, что перед этой регланной линией всегда будет делаться накид. С лицевой стороны делаем накид. Далее регланную петлю отмечаем маркером. И получается, сделав накид, провязываем регланную петлю. У меня это будет с лицевой стороны, лицевой, с изнаночной, изнаночной. И после нее также делаем второй накид. Далее провязываем петли рукавчика. Это 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее снова у нас должна идти регланная петля. Отмечаем ее маркером. И перед этой регланной петлей всегда делаем накид, провязываем регланную петлю лицевой и после нее делаем второй накид. Далее перешли к петлям спинки. Вяжем 28 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Далее у нас должна идти третья регланная линия. Соответственно, отмечаем эту регланную петельку маркером. Перед этой петлей делаем накид и после нее также делаем накид. И запомните, что в каждом лицевом ряду мы так и будем делать накид, провязывать регланную петлю и после нее делать второй накид. Далее подошли к петлям рукавчика. Их у нас, как и на первом, 9. Первая, вторая лицевая, третья, четвертая. 5, 6, 7, 8 и 9. И подошли к последней завершающей 4 регланной линии, которую отмечаем маркером, вот эту петельку регланной линии. Перед ней и после нее делаем накид. И далее у нас остается 3 петли лицевые, это петли второй части переда и кромочная изнаночная петля. Далее разворачиваем на изнаночный ряд, первую кромочную снимаем петлю и вяжем 3 первые петельки изнаночные. С изнаночной стороны, повторяюсь, изнаночные петельки. Далее мы дошли до петель первой регланной линии и 2 накидов вокруг этой петельки. Первый накид я предлагаю вам перекрутить. Снимаем непровязанный вот так вот на спицу. Далее одеваем, как бы перекручивая петельку, и у нас дальняя стеночка оказывается спереди. Мы провязываем эту петельку изнаночной. Далее петлю регланную мы вяжем над изнаночной, изнаночную. А второй накид наоборот раскручиваем, то есть снимаем непровязанный накид. И как бы раскручиваем его, и получается вот такая дырочка. Теперь вяжем этот накид за ближайшую стеночку, перекрещенной изнаночной петлей. Почему я развернула по-разному вот эти накиды вокруг регланной петли? Для того, чтобы с лицевой стороны у нас получилось красивое разветвление регланных линий. Далее мы перешли к петлям рукавчика. Это 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И добрались до ближайшего накида. Можете не отсчитывать вот это количество петелек, то есть сколько там 9 изнаночных, в следующем изнаночном ряду добавится 2 петельки, соответственно будет 11 изнаночных. Вот, то есть мы доходим снова до регланной линии и снова первую петельку накид мы перекрещиваем, перекручиваем дальней стеночкой вперед, провязываем ее изнаночной петлей. Далее регланную петлю провязываем с изнаночной стороны изнаночной. И второй накид мы раскручиваем и вяжем изнаночной за ближайшую стеночку. Далее у нас петли спинки. Это у нас 28 изнаночных петелек. Хотите, можете отсчитывать, хотите, можете просто вязать изнаночные петельки до ближайшего накида. То есть до начала третьей регланной линии и накида вокруг нее. Первый накид перекручиваем, снимаем непровязанный, дальнюю стеночку ставим вперед, провязываем изнаночной, регланная линия у нас петля изнаночная, вторую раскручиваем и за переднюю стеночку провязываем изнаночной петлей. Далее у нас петли второго рукавчика, это 9 изнаночных петель.
И снова доходим до четвертой, последней регланной линии в ряду. И здесь снова перекручиваем первую петлю дальней стеночкой вперед, провязываем изнаночной, изнаночную над регланной петлей изнаночной. И вторую петлю раскручиваем и за ближайшую стеночку провязываем изнаночной петлей. Далее у нас до конца ряда остается 3 петли переда второй части и кромочная петля изнаночная. Далее поворачиваем на лицевой ряд. И это у нас получается, сейчас мы провязали уже один изнаночный, второй изнаночный и один лицевой. То есть это четвертый лицевой ряд. Но я буду его считать третий ряд, потому что после распределения реглана это как раз таки третий ряд. И мы его повторим как первый ряд распределения реглана или второй ряд вязания от начала. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас уже добавилась одна петелька, соответственно, здесь уже 4 лицевые петли переда. Помимо кромочной у нас добавилась одна петля в предыдущий накид. Далее снова в лицевом ряду делаем накид, провязываем лицевую регланную петлю и делаем второй накид после нее. Далее у нас в петельке рукавчика добавилось 2 петли. Соответственно, мы провязываем уже не 9, а 11 лицевых петелек до регланной отмеченной петельки. Вот она у нас, регланная петля отмечена. Если вы посмотрите, 11 петля у нас, как и первая, была вот такая перекрученная, ее хорошо видно. А вот она, регланная линия у нас, отмеченная маркером. Мы перед этой регланной петлей делаем накид, провязываем регланную петлю лицевой и после нее делаем накид. Затем снова, начиная от перекрещенной петельки, провязываем петли спинки. У нас их уже на 2 больше, так как было 2 накида перед и после провязывания спинки, соответственно, это уже 30 лицевых. Либо, если хотите, можете отсчитывать, можете нет, но у нас хорошо видно, что вот она, у нас третья регланная петля, которая отмечена маркером. Поэтому до этой третьей регланной петли провязываем все петельки лицевые. Провязали 30-ю петельку. Если вы посмотрите внимательно, то вот она, перекрученная 30-я петля, и из нее идет уже петли спинки. Далее у нас идет регланная линия, отмеченная петелька третьим маркером. Перед ней делаем накид, далее регланную петлю провязываем лицевой и после нее делаем второй накид. Далее перешли к петелькам рукавчика. Их на 2 петельки уже больше, соответственно, потому что с первой регланной линии и со второй добавились у нас по одной петле, то есть 11 лицевых петелек. 11 лицевая петля, у нас снова вот такие перекрученный накид. Далее у нас идет отмеченная последняя четвертая регланная петля, соответственно, перед ней делаем накид, ее провязываем лицевой, после нее делаем накид. 4 петельки передом, их было 3, добавилась 1 петля перекрещенный накид и кромочная петелька в конце ряда. Разворачиваем на изнаночный ряд, это у нас получается 5 ряд от начала вязания, либо 4 ряд. Повторение изнаночного ряда, кромочную снимаем, далее провязываем первые 4 изнаночные петли, это петли переда. Дошли до ближайшего накида, либо регланной линии, первый накид мы перекручиваем дальней стеночкой вперед, провязываем изнаночную, регланную петлю провязываем изнаночной, а второй накид раскручиваем и провязываем изнаночной за ближайшую стеночку. Далее до следующего накида провязываем петельки изнаночными. Хотите, можете отсчитывать, это у нас 11 изнаночных, так как 9 плюс 2 петли перекрещенный накид, это 11. И дошли до второй линии реглана. Далее первую петельку накид мы перекручиваем дальней стеночкой вперед и провязываем изнаночной. Петля регланная изнаночная, второй накид раскручиваем и вяжем за переднюю стеночку. Далее все петельки изнаночные, это петельки спинки, их 30 изнаночных для тех, кто считает. И в каждом последующем ряду у нас будет добавляться по 2 петельки, потому что у нас с линии реглана идет разветвление двух накидов. Один накид идет на одну часть, второй накид идет на вторую часть. То есть каждый раз у нас будет увеличиваться количество петелек на 2. Только лишь на линии переда у нас будет количество петелек увеличиваться на одну с одной стороны и на вторую с другой стороны.
Вот, теперь провязываем петельки изнаночные до третьей регланной линии, которая начинается у нас с накида. Первый накид мы перекручиваем дальней стеночкой и провязываем изнаночной. Далее изнаночную до линии реглана второй накид раскручиваем и провязываем изнаночной. Петли второго рукавчика это 11 изнаночных. Мы провязываем изнаночными, так как это у нас изнаночная сторона. Дошли до последней линии реглана четвертой. И далее накид первый мы перекручиваем дальней стеночкой. Изнаночная петля над линией реглана и второй накид раскручиваем. Провязываем за ближайшую стеночку изнаночной и довязываем до конца ряда изнаночные петли, вторая часть переда и кромочная петля также изнаночная. Далее пятый ряд реглана либо шестой ряд от начала вязания мы должны будем добавить петельки для V-образного выреза горловинки. Для этого кромочную петлю снимаем. Далее первую петлю вяжем лицевой. Из петель переда делаем накид и далее довязываем до регланной линии все петельки лицевые, до скрещенной вот здесь вот петельки перед линией петелечки реглана. То есть получается мы провязали кромочную, первую лицевую, сделали накид и 4 лицевые. Далее перед линией реглана делаем накид, линию реглана лицевой, после нее делаем накид. Перешли к петелькам рукавчика и провязываем до скрещенной петельки либо линии реглана все петли лицевые. Их у нас уже не 11, а на 2 больше, соответственно 13. 13 лицевых петель до второй линии реглана. Провязали скрещенную петельку и далее делаем накид, лицевая линия реглана, накид и провязываем петельки спинки. Я думаю, что здесь очень хорошо видно, так как большие спицы, тонкая пряжа, очень хорошо видно как раз таки наши перекрещенные петельки. Если здесь идет такой вот стандарт, красивая ровная петля, то там идет как бы перекрещенная и даже слегка, я бы сказала, видна дырочка. Вот, поэтому очень хорошо видно, плюс еще мы отметили маркером наши петельки. И плюс, если вы провяжете буквально несколько еще рядочков, эту регланную линию будет четко видно. Она будет выделяться, из нее будут идти в разные стороны разветвления. Это очень хорошо видно. Итак, мы постепенно дошли, провязав спинку петли, дошли до третьей регланной линии. Провязываем последнюю скрещенную петельку. Вот она, наша петля отмеченная. Перед ней делаем накид, лицевая, и после нее делаем второй накид. Далее переходим к петлям рукавчика, это у нас лицевые петельки, и вяжем до четвертой линии реглана, до последней скрещенной петельки на рукавчике. Вот она у нас, и мы снова дошли до линии реглана. Вот она, четвертая линия реглана. Делаем накид, линию реглана вяжем лицевой петельку и после нее делаем накид. Далее нам нужно для V-образного выреза и в конце ряда добавить петельку. Соответственно, провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. У нас остается 1 лицевая и 1 кромочная петля. Перед лицевой, последней петлей переда, мы делаем накид, далее лицевая и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем на 7 ряд или шестой ряд изнаночный реглана. Далее кромочную петлю снимаем, провязываем одну изнаночную. И, соответственно, нам нужно провязать вот этот накид. Для того, чтобы шли красивые прибавления, мы этот накид провяжем, как и вяжем первую петлю реглана. Соответственно, перекручиваем ее дальней стеночкой и провязываем петлю эту изнаночную. Далее провязываем все петельки изнаночные до ближайшего накида. Вот он у нас. Точно так же, как мы сейчас провязали вот эту петельку, вот мы должны перекрутить изнаночную петельку дальней стеночкой и провязать изнаночной петлей. Далее изнаночная петля линии реглана и второй накид мы раскручиваем и провязываем изнаночной перекрученной петлей. Если вы сейчас повернете передом вот так вот лицевой стороной, то вот он у нас накид перекрученный в начале переда. То есть у нас пошло как бы расширение вот этого V-образного выреза. Соответственно, далее продолжаем точно так же
изнаночные петельки до следующей регланной линии. Точно так же первую регланную петлю накид мы перекручиваем дальней стеночкой вперед, а вторую раскручиваем. Вот так вот, смотрите, первую мы перекручиваем дальней стеночкой вперед, поворачиваем и провязываем изнаночной. Регланную петлю мы вяжем по рисунку лицевой глади с изнаночной стороны изнаночной. И вторую петельку накид мы раскручиваем и провязываем за ближайшую стеночку. Снова сделали мы регланное красивое разветвление и провязываем до следующей регланной линии. Я думаю, что вы можете отсчитывать количество петелек. Оно должно у вас увеличиваться на 2 петли. То есть, получается, в лицевом ряду, делая накиды в изнаночном, провязывая их перекрещенными, мы добавляем по петельке на каждую из сторон. Я думаю, что здесь вам не должно быть что-то непонятно. Разветвление делаем. Хотите, можете перекручивать только лишь по одному какому-то выбранному варианту, если вам непонятно, как мы делаем второй. Но так будет более аккуратно, как на мой взгляд, если будет разветвление как раз таки в разные стороны. Снова дошли до регланной первой петли, перекручиваем за дальнюю стеночку, провязываем ее изнаночной, изнаночную петлю над линией реглана, вторую изнаночную. Вот здесь вот мы провязываем, перекрещивая как бы уже в другую сторону линию накида, петлю накида. Далее перешли к петлям рукавчика, провязываем изнаночными и доходим до четвертой регланной линии, которую снова перекручиваем в разные стороны. Дошли до накида. Накид перекручиваем вот так вот дальней стеночкой вперед. Провязываем изнаночной, регланную петлю изнаночной. И второй накид раскручиваем и за ближайшую стеночку провязываем изнаночной. Далее у нас идет 4 изнаночные петли и последний накид этого ряда. Последний накид мы точно так же раскручиваем, как и делаем вторую часть регланной линии, провязываем за ближайшую стеночку изнаночной и 2 изнаночные петли, то есть изнаночная петля переда и кромочная петля. Смотрите, мы сейчас в шестом ряду сделали прибавление, и далее вот этот изнаночный ряд, это первый ряд получается после прибавления. Мы еще через 5 рядочков должны будем в лицевом ряду добавить накид, который провяжем скрещенной изнаночной петлей для того, чтобы снова таки сделать расширение этого V-образного выреза. Вот. Здесь регланные линии у нас идут красивые. Посмотрите, разветвление идет аккуратное, плавное. Его практически, я бы сказала, не видно. Здесь, здесь и точно так же 2 последних вот здесь вот разветвления реглана. И в конце ряда точно так же здесь вот добавилась петелька. Если хотите, можете петельку перекрещивать как раз таки наоборот. То есть не так, как мы с вами делали на регланной линии. Сначала перекрутили, а затем раскрутили. А наоборот, то есть если вам не нравится это прибавление, можете сделать как-то его по-другому. Но самое главное, что отступайте от начала и конца ряда 2, можете даже 3 петли, для того, чтобы у нас горловинка получалась аккуратная и красивая. Чтобы она не получилась у нас прибавление на краю ряда, а вот именно где-то вот чуть-чуть буквально отступите от линии, скажем так, горловины спереди. Вот, и точно так же мы продолжаем делать прибавление регланных линий, точно так же мы продолжаем делать прибавление в каждом шестом ряду, где у нас V-образный вырез горловины. Вот, в принципе, здесь я думаю, что вам все понятно. Фактически у нас сейчас вот так вот развернуто вязание, как мы с вами рисовали прибавление. То есть вот если вы посмотрите, кромочная, кромочная. И далее вот здесь мы добавление делаем линии переда, V-образная горловинка. Здесь мы делаем прибавление рукавчика, спинки, второго рукавчика. И линия переда у нас идет расширение в каждом шестом ряду для горловины. И в каждом лицевом втором ряду прибавление для ширины переда. Вот, точно так же продолжаем делать прибавления. Не забываем перекрещивать в разные стороны, для того, чтобы красиво у нас были регланные линии. Итак, нам нужно сделать расширение до тех пор, пока мы не дойдем, чтобы на полочке, там, где у нас было 3 петельки, было 37.
как на одной, так и на второй, плюс кромочные петельки, то есть 38 с каждой стороны. Петли реглана мы в счет пока не берем, а петли рукавчика из 9 не прибавится до 61 петли. И спинка с 28 до 80. При этом в каждом шестом ряду мы продолжаем делать прибавление для V-образной горловинки. И я буду делать 8 прибавлений. То есть для своего размера мне нужно 8 прибавлений для выреза горловинки. Вы же, если у вас размер, допустим, не как у меня XSS, а SM, то, соответственно, делаете где-то 9-10 прибавлений. То есть в зависимости от нужной глубины выреза, плюс я люблю, чтобы не очень вырез глубокий был, поэтому буду делать до 8. Вот. И, конечно же, в зависимости от плотности вашего вязания, у меня должно быть по высоте вывязана кокетка в 21 сантиметр. То есть 8 прибавлений плюс все, что я расписала, это исходя из моей плотности вязания. Вы же смотрите, исходя из нужного вам размера. Вот я связала расширение до тех пор, которые я указала в расчетах своих. Сделала 8 прибавлений, и после 8 прибавления я провязала 5 рядочков. То есть сейчас я как бы по идее должна была бы делать следующее 9 прибавление. Но я его не буду делать, а буду замыкать вязание в круг. Теперь, набрав нужную окружность груди, мы будем замыкать вязание спинки и переда круговую. То есть рукавчики мы сейчас по 61 петельке переодеваем на наши булавочки, а спинку и перед замыкаем в круг. То есть у нас получается теперь вязание будет круговую. При замыкании вязания в круг переда и спинки нам нужно оказаться под левой рукой, то есть под левым рукавчиком после второй регланной линии. Мы сейчас, получается, вязание закончили с изнаночной стороны и как бы фактически должны были поворачиваться и вязать лицевой ряд. Вот он у нас. Теперь мы эту ниточку бросаем. Можете ее отрезать, оставить хвостик для пришивания, но не спешите всегда отрезать. Я рекомендую в конце. Почему? Потому что у нас сейчас, в принципе, есть еще новые моточки, с которых мы можем начать. И если вам, к примеру, не подойдет по размеру глубина кофточки, то, соответственно, вы сможете в любой момент распустить то, что вы связали, и довязать с этого момента, не прикрепляя ниточку. Вот, сейчас мы берем на правую спицу, и как бы вот как мы должны были вязать лицевой ряд, но не вяжем, а просто переснимаем эти петельки до регланной линии на правую спицу, вот так вот не провязывая, просто переснимаем. Пересняли петли переда до последней скрещенной петельки прибавления, которая у нас перекрещенная, провязывается в изнаночном ряду. Далее мы дошли до регланной первой линии. Берем булавочку и переснимаем, начиная с регланной линии первой до второй, то есть 61 петелечку рукавчика и еще 2 регланные петли с одной и с другой стороны. Переодели петельки рукавчика и теперь поворачиваем булавочку таким образом, чтобы нам было удобно подобраться от передней части до спинки без каких-либо зазорчиков и перерывов. Вот, теперь мы берем ниточку нашу рабочую. А, рабочую ниточку мы, кстати говоря, берем уже с нового моточка. Вот, как раз таки здесь мы будем присоединять новую нить. Мы оказались под рукавом левым кофточки. И теперь как раз таки мы будем присоединять ниточку и начинает замыкать вязание в круг. То есть вот с первой петельки спинки мы начинаем провязывать спинку уже новой ниточкой и как бы соединяем, получается, перед и спинку вместе. Ну, пока это только лишь, скажем, видно благодаря круговым спицам, а они пока не замкнуты. То есть мы, дойдя до этого момента, я вам покажу, как сомкнуть перед и спинку именно уже непосредственно под рукавчиком, чтобы здесь не было зазора. Потому что если мы сейчас провяжем просто перед и спинку, то у нас получится растянутая ниточка рабочая. А пока мы продолжаем провязывать все петельки спинки, пока не дойдем до третьей регланной линии. Дошли до третьей регланной линии, начиная с первой петельки реглана, мы переснимаем снова на вторую булавочку все петельки рукавчика. Это 61 петля плюс 2 петельки реглана в начале и в конце булавочки. Сейчас, дойдя вот до вот этого момента, точно так же закрываем булавочку и перетягиваем удобным способом нам петельки
на булавочке, для того чтобы замкнуть, как бы получается, спинку и переднюю часть, первую полочку. И я вам сейчас покажу, как это сделать максимально аккуратно. Переодели на булавочку петли рукавчика, и теперь нам нужно сейчас замкнуть спинку и перед вместе. А для начала я вам предлагаю вот здесь вот поднять промежуточек между рукавчиком и спинкой на левую рабочую спицу. Далее мы возвращаем как бы непровязанную петельку последнюю. Вот она у нас, перекрещенная последняя петля. Я ее приспустила. И теперь нам эту петельку нужно провязать вместе с перекрещенным накидом. То есть сейчас как бы мы поднимаем, получается, вот этот накид петельку. И вместе с непровязанной петелькой последней вот таким вот образом вместе провязываем. Для чего я это сделала? Для того, чтобы между рукавчиком и спинкой здесь не было растянутых петелек вот здесь вот от регланной линии. Точно так же я сделаю с другой стороны. Я поверну дальней стеночкой вперед. Возьму вот этот промежуточек и как бы перекрещу его обратно, одев на рабочую спицу. И вместе эти две теперь петельки, получается, накид перекрещенный и петельку провяжу вместе одной лицевой петлей за ближайшей стеночкой. Вот так. Это будет тяжело сделать, но вы постарайтесь, потому что если этого не сделать, будут растянутые вот здесь вот петельки. Нам этого не нужно. И далее мы продолжаем к спинке присоединять перед, провязывая просто лицевыми петлями. То есть смотрите, мы сейчас как бы подзатянули вот эти растянутые края регланных линий. И далее продолжаем просто вывязывать лицевые петельки первой полочки. Первый рукавчик мы присоединили, получается. Даже я бы сказала, уточнила первую полочку под рукавчиком. Нам еще с другой стороны все точно так же нужно будет сделать для того, чтобы как можно меньше оставить зазорчик под рукой. Доходим до последних петелек, пока не остается кромочная петля вот с одной стороны переда. Далее, перед кромочной вот здесь вот мы поднимаем снова промежуточек. Если вы посмотрите, то от кромочной идет вот такая, скажем, ниточка. Я ее приподнимаю и как бы возвращаю сюда же. Теперь я должна буду вот эту ниточку перекрещенную провязать с кромочной петлей вместе одной лицевой за передние стеночки. Вот так. И далее смотрите, что у меня получается. Я как бы подтянула кромочную петельку, чтобы она у меня была не растянута. Точно так же я должна буду сделать и с другой стороны. Кромочную мы снимаем, поднимаем промежуточек, который соединяет кромочную и следующую петельку. Вот таким вот образом. Далее я ее возвращаю и вместе с этой петелькой провязываю кромочную с лицевой. Вот так. И далее продолжаю провязывать вторую полочку переда. То есть как бы соединяем мы сейчас перед. Мы находимся в V-образном вырезе в самом уголочке низа. Если мы посмотрим на нашу схемку, то вот как раз таки мы находимся внизу вот этого V-образного выреза. И далее мы вот такими вот шагами мелкими из лицевых петелек провязываем до соединения переда второй части и спинки. Там мы снова поднимем петельки и как бы вот эти наши накиды перекрещенные, которые мы поднимаем между петельками, они служат таким как бы натянутым барьером для того, чтобы у нас не растягивались крайние петли. И, конечно, можно было бы сшить, и это было бы тоже достаточно неплохо, но я всегда такие вот делаю подъемчики для того, чтобы у меня было уплотнение в этих местах, и тогда будет меньше вероятности, что эти места будут растягиваться в процессе носки и стирки. Вот, снова доходим вот такими шагами из лицевых петель до момента между ручками. Точно так же снимаем непровязанную петельку, поднимаем, делаем вот такую вот петлю накид, возвращаем петельку и за дальние стеночки провязываем вместе одной лицевой. Вот так. Точно так же делаем и с другой стороны. Сейчас не пугайтесь, у нас не закрепленная петелька вот здесь. Она будет нам вытягивать петлю. Вот, мы берем, делаем подъемчик. Вот так вот. И эту петельку обратно возвращаем, провязывая лицевой петлей. Вот так. И все. Далее, не спуская петельки, как это у меня, мы продолжаем провязывать, уже получается, соединив под ручкой
с левой стороны перед и спинку. Вот так. И у нас получается и с этой стороны замкнутый круг, и в уголке V-образного выреза замкнутый круг, и под ручкой со второй стороны замкнутый круг. То есть вот этот круг мы продолжаем вязать до нужной нам длины кофточки. То есть все, мы с вами провязали кокетку, у меня это 21 сантиметр. И далее я продолжаю вязать до нужной длины своей кофточки. Я постепенно буду вытаскивать вот этот тросик, потому что он у меня очень длинный. И вот такими вот шагами постепенно по спиральке буду спускаться вниз. А затем я вам покажу, как мы будем делать рукавчики. То есть, если вы сейчас вот так вот, как я, привытяните спицы, то у вас получится вот такая замечательная кокетка, спинка. Здесь у вас V-образный вырез, вот такой аккуратненький. И отделены рукавчики на дополнительные булавочки с открытыми петельками, которые мы в дальнейшем присоединим и вывяжем рукавчики. Довязав высоту, находим серединку между ручками, то есть между регланными линиями, там где мы начинали ряд. И постепенно переносимся наверх, то есть именно между этими двумя петлями регланчика. Далее мы начинаем закрывать петельки таким образом. Смотрите, провязываем одну лицевую петлю, вторую лицевую петлю и первую лицевую петлю переодеваем на вторую. Вот так. Затем снова лицевая петля, на нее переодеваем предыдущую. Лицевая петля, на нее переодеваем предыдущую. Лицевая петля, на нее переодеваем предыдущую. Либо же можете закрывать попарно, провязывая 2 лицевые и перетягивая друг на дружку. То есть есть такой способ, есть такой способ. Мне удобнее закрывать вот таким способом, для того, чтобы у меня провязанные, скажем так, лицевые петельки не делали никакого объема. И в то же время было все достаточно аккуратно и красиво. Таким образом, если вы будете закрывать, у вас будет подворачиваться край и вот такая аккуратная косичка. И вот край получится вот такой. Хотите, можете провязать 2-3 ряда резиночки, любой выбранной 1 на 1, либо 2 на 2, либо несколько рядочков платочной вязки, а затем закрыть петельки. Таким образом, у вас не будет закручиваться край, а получится достаточно ровный и аккуратный. Я хочу, чтобы у меня был подвернутый край. Вот точно так же, как мы начинали с подвернутого края на горловинке, то я буду так и заканчивать. Вот так. До конца ряда закрываем петельки. Когда дойдете до конца ряда, у вас остается одна петелька. Находим первую провязанную лицевую петлю, одеваем ее обратно на рабочую спицу. Хоть с одной, хоть с другой стороны. То есть, в принципе, здесь не играет особо значения. Вот так вот. И еще раз провязываем эту петельку лицевой, вот так вот, и переодеваем на нее вот эту последнюю провязанную петельку. Таким образом мы замкнули круг, теперь остается лишь только продеть вот эту ниточку сквозь последнюю петельку и замкнуть, скажем так, вязание с помощью того, что мы спрячем вот этот хвостик. То есть можете сделать какой-то узелочек, можете... В принципе, ну, существует очень много способов заправки, но самое главное, что мы замкнули таким образом наш круг. И когда край, скажем так, закрутится, этого не будет видно. Можете сделать еще одну лицевую петлю, либо своего рода соединительный столбик крючком. То есть, в принципе, здесь не играет особого значения. Суть такова, что нам нужно закрепить вот этот хвостик. Вот так вот лицевую провязали и сквозь лицевую снова продели. Я это сделала без помощи второй спицы, так как я вяжу крючком часто. Вот. И все, спицы убираем. Сейчас фиксируем вот этот хвостик, он нам не нужен. Здесь край у нас, посмотрите, замкнутый хорошо. И все, низ у нас готов. Он вот такой получается закрученный, интересный и, как на мой взгляд, достаточно современный. Далее берем один из рукавчиков и переснимаем петельки с булавочки на рабочую спицу. Присоединяем новую ниточку и в начале ряда начинаем провязывать, начиная с первой петельки, все петли лицевые. То есть я начинаю с лицевого ряда, соответственно провязываю первый ряд, все петельки лицевые. Далее поворачиваю на
изнаночный ряд, провязывая все петельки изнаночные. При этом кромочную первую петлю ряда я продолжаю снимать не провязанной, как это делала в предыдущие разы. Далее, провязав первый ряд лицевой, второй изнаночный изнаночными петельками, я продолжаю вязать до тех пор, пока у меня не наберется 10 рядочков. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Поворотными рядами вяжу 10 рядочков. Провязала я 10 рядочков рукавчика первых и отметила первый ряд для того, чтобы мне удобно было считать количество провязанных рядочков. Далее в 11 лицевом ряду мы делаем первый ряд с убавлениями. Для этого кромочную снимаем первую непровязанную. Далее следующие две петельки мы должны снять непровязанными и повернуть дальними стеночками вперед. То есть получается кромочную сняли, далее две следующие петельки, теперь уже за ближайшие стеночки провязываем. Две вместе одной лицевой, то есть с наклоном вправо. Сделали убавление, далее все петельки до последних трех петель ряда провязываем по рисунку лицевыми петельками. В конце ряда убавление мы делаем перед кромочной. Оставляем две петельки, провязываем две вместе одной лицевой за дальние стеночки, то есть с наклоном влево делаем убавление и последнюю петельку провязываем либо лицевой, либо изнаночной, как вам удобно. Далее разворачиваем ряд, и у нас получается, начиная с 12 изнаночного ряда, мы также должны провязать несколько рядочков до следующего ряда убавления, такой как мы сделали 11 ряд. Я буду делать убавление через 4,5 где-то сантиметра. Можете взять за основу 4, либо же 4,5, либо 5 сантиметров, в зависимости от того, насколько вы хотите затем получить узкий рукавчик. Плотность вязания вы своего знаете. Затем вы измеряете ручку в том месте, до которого, скажем, размера вы хотите получить рукавчик. И, скажем, отнимаете то количество петель, которое у вас получается лишнее для остатка, скажем так, ширины рукавчика. Вот это количество вам нужно на протяжении вывязывания всей высоты рукава. Вот, либо же это 3 четверти, либо полный рукавчик до запястья, либо же 2 трети рукавчика. Вот это количество вы должны и отменить. Я буду убавление делать в каждом 10 ряду. То есть, смотрите, сейчас изнаночный это первый ряд, затем лицевой, изнаночный, лицевой это 4 ряда, изнаночный, лицевой 6 рядов, изнаночный, лицевой 8 рядов, изнаночный ряд довяжу и в 10 лицевом ряду буду делать следующий ряд убавления. Снова кромочную буду снимать, 2 петли поворачивая для того, чтобы получить красивое убавление с наклоном в правую сторону. Затем довяжу до последних 3 петель лицевого ряда, сделаю убавление перед кромочной петлей вот этих двух петелек за задние стеночки, провяжу с наклоном в левую сторону и затем одна кромочная петля. Вот такие буду убавления делать на протяжении вывязывания всей длины рукава. После того, как мы с вами сделали убавление в 11 ряду, я сделала еще 6 убавлений в каждом 10 лицевом ряду. И затем после последнего 7 убавления я провязала 9 рядочков. И оказалось в 10 ряду, там, где я должна была бы делать 8 ряд убавления. Вместо этого я буду делать закрытие петелек. Мне этого рукавчика длины достаточно. И при этом я рассчитываю на количество ниточек, которые есть у меня. Если вы хотите рукавчик подлиннее, то вы вместо закрытия петелек делаете еще ряд убавления. Один, второй можете сделать или третий же. Вот, то есть вы делаете до глубины рукавчика, который нужно вам. А затем будете делать закрытие петелек, как я сейчас буду делать на этом этапе. Итак, первую кромочную я снимаю, далее следующую провязываю лицевой и кромочную переодеваю на лицевую. Итак, я закрываю все петельки. Лицевая, перетягиваю на нее предыдущую. Лицевая, перетягиваю на нее предыдущую. То есть я закрываю с лицевой стороны на лицевом ряду лицевыми петельками. Вот так. Хотите, можете закрывать попарно. То есть я делаю все то же самое, как мы с вами сделали в нижней части кофточки. То есть у меня рукавчик будет закручиваться. Если же вы делали кофточку снизу резиночкой, как я уже говорила, то делаете и здесь такую же резиночку в несколько рядочков вместо закрытия петелек. И тогда у вас крайний будет вот так подворачиваться. Когда у нас остается всего лишь одна петелька, мы ее также провязываем лицевой и
Эту предпоследнюю петельку рабочую перетягиваем на последнюю. Все, мы закрыли все петли. У нас осталась лишь только вот эта одна рабочая петля. Спицы нам не нужны, теперь нам понадобится крючок. Крючок берем максимально больший по размеру, которым вам будет удобно работать. У меня это троечка. Мне четверкой было тяжело. Вот это делать, то, что я сейчас начну. Поэтому я взяла троечку. Для начала нам нужно посмотреть, как у нас получился край рукавчика. Берем, складываем лицевой стороной вот так вот вместе. И находим самую начальную вот петельку закрытия. То есть она у нас такая вот корявенькая, изогнутая. Находим именно вот эту петлю за обе стеночки. То есть не начальную вот эту петлю ровную, а перед ней. Вот как бы угол начала закрытия. И протягиваем рабочую петельку сквозь эту начальную петлю закрытия. То есть получается у нас сейчас с дальней стеночки начинается рабочая петелька. Вот так. Далее находим самую крайнюю петлю вот этой боковой косички кромочной. Самую крайнюю с одной стороны и самую крайнюю с другой стороны. И протягиваем сквозь две петельки и вот эту рабочую петельку, ниточку. И еще раз повторим. Следующую петлю с одной стороны протягиваем. И следующую петлю с другой стороны протягиваем рабочую ниточку и сквозь вот эту петельку на крючке. Получается, что мы таким образом соединили как бы с лицевой стороны вот эти две петельки. Далее нам нужно вывернуть на изнаночную сторону вот таким вот образом. У вас будет сейчас рабочая ниточка с изнаночной как бы стороны вот здесь вот продетая сквозь лицо. Вот, но ничего страшного, вы вытяните по длине для того, чтобы вам было удобнее работать. Затем берем на изнаночную сторону вот эту рабочую ниточку, одеваем на крючок и снова соединяем два края, но уже с изнаночной стороны. Если вы не поняли, что я сделала сейчас с лицевой стороны, то я думаю, когда вы вывернете на изнаночную сторону и будете повторять за мной, вы поймете и, если что, вернетесь сначала. Вот так. Подтянули рабочую ниточку и теперь самое главное, идем маленькими шажками, не затягивая вот эту рабочую петлю. Смотрите, находим самую крайнюю непровязанную петельку кромочной косички. Вот она у нас. Далее с одной стороны и непровязанная с другой стороны. Протягиваем сквозь две петельки рабочую нить и сквозь вот эту рабочую петлю протягиваем, не затягивая. Снова находим непровязанную следующую петельку с одной стороны кромочной косички и с другой стороны. Протягиваем рабочую нить и сквозь петельку. Снова не затягивая, с одной стороны прошили, с другой стороны продели рабочую ниточку и вытянули как бы такими вот соединительными столбиками за крайние кромочные петельки с одной стороны и крайняя кромочная петелька с другой стороны. Протянули рабочую нить и сквозь рабочую петлю. Снова вытянули ее хорошо с одной стороны, с другой стороны захватили крючком петельки и соединительным столбиком прошили. Если вы вяжете крючком, то я думаю, что вы понимаете, что я сейчас делаю. Крайнюю петельку кромочную с одной стороны, крайнюю петельку кромочную с другой стороны. Обратите внимание, что вам нужно прошивать, вот если я боковой стеночкой сейчас поверну, вот кромочная наша косичка с одной стороны, вот она. И кромочная косичка с другой стороны, вот она. За две петельки с одной стороны косички, за две петельки с другой стороны прошиваем. Самое главное, захватывайте равномерно с одной стороны и с другой стороны, для того, чтобы у вас получилась в итоге с лицевой стороны красивая и аккуратная вот так вот петелька сшивания краев. Если хотите, можете сшить просто иголочкой с ниточкой. Но мне кажется, что этот способ такой наиболее простой. И он достаточно, в принципе, аккуратно получается с лицевой стороны. Итак, прошиваем кромочные косички соединительными столбиками. Не затягиваем рабочую петлю. Вот так вот. И доходим до самой крайней петельки. Вот здесь вот, в самом-самом начале, там, где мы присоединяли рабочую ниточку при вязании рукавчика. В итоге у нас шов сшивания должен быть максимально таким вот эластичным и просторным благодаря тому, что мы не стягивали петельки. Сейчас мне очень тяжело уже сюда добраться до крайних петелек, поэтому я подвытяну рабочую петлю, выверну на лицевую сторону рукавчик,
И затем уже с внутренней стороны я снова его выверну на изнаночную сторону. Вот так. Тем самым у меня вывернется и рукавчик, и полностью вся кофточка. При этом рабочую ниточку снова хорошо вытяните, для того, чтобы нам было удобно. Берем мы, возвращаемся на одну петлю, так как у нас затянутая получилась крайняя петелька, а край нам нужен не затянутый. Вот, и мы дальше продолжаем делать сшивание. Я вернулась на две петельки, для того, чтобы у меня максимально были свободные вот эти петельки сшивания. И дальше продолжаю уже теперь удобно расположив себе рукавчик. То есть я уже смело могу дойти до вот этого начала регланных линий или до начала присоединения ниточек. После того, как я дошивала до регланных линий рукавчик, у нас остается вот такое отверстие между регланными линиями под рукой. То есть место соединения спинки переда немного растянуто, и регланные линии, вот они между ними, вот такая дырочка. Я ее сейчас сшивать не буду, для того, чтобы нам с лицевой стороны было ее красиво стянуть. Я просто беру, вытаскиваю рабочую нить на сантиметров где-то 25-30 и отрезаю рабочую ниточку. Эту ниточку я оставляю для того, чтобы затем с лицевой стороны, после того, как мы свяжем второй рукавчик, все сделаем точно так же, мы стянем вот это отверстие, и тогда с лицевой стороны у нас получится аккуратный и красивый, скажем так, край или линия проймы. Вот. Тогда получится более аккуратнее, чем если мы сейчас сошьем вот такими соединительными столбиками. Но если хотите, можете попытаться, захватывая вот здесь вот соединительными столбиками петельки и дошивать до конца. Хотите, можете попробовать, я так делать не буду. Я оставляю ниточку, отрезаю край, затем присоединяю его точно так же с другой стороны, пересняв петельки открытые, которые мы оставляли на второй булавочке, на рабочую спицу, и затем провязав точно так же сначала в 11 ряду убавление первый ряд, затем в каждом 10 ряду еще 7 убавлений, точно так же я провяжу 10 рядочков после последнего убавления, закрою петельки, сошью пару петель с лицевой стороны, затем перейду на изнаночную сторону и вот такими соединительными столбиками точно так же дойду до линии проймы. Оставлю ниточку для того, чтобы потом с лицевой стороны зашить вот эту дырочку проймочки. Вот и все. То есть на этом этапе, скажем так, я заканчиваю вывязывание рукавчика. После того, как мы связали второй рукавчик, его сшили, точно так же оставляем ниточку, небольшой отрезочек для сшивания вот этой дырочки в проймочке и вдеваем его в иголочку. Далее, смотрите, нам нужно сшить таким образом вот это отверстие, чтобы максимально было незаметно, скажем, растянутая вот эта промежуточная ниточками между петельками, вот это растянутое место. Вот. Для этого нам нужно взять иголочку и сшивать максимально тайным шовчиком. Смотрите, если вы обратите внимание, то петля у нас состоит из двух полупетелек. Вот если посмотрим на лицевую гладь. Точно так же и за две полупетельки нам нужно захватывать будет с каждой из сторон на протяжении сшивания. Я поместила, скажем, руку в рукавчик и положила таким образом, чтобы у меня регланные линии были с боковых сторон, а ниточка рабочая была снизу по линии шовчика. И теперь я беру, подхватываю вот так вот за две полупетельки с одной стороны. Далее подтягиваю и захватываю с другой стороны. Вот так. Далее снова берем с одной стороны, захватываем две полупетельки. И точно так же подхватываем с другой стороны. Самое главное, нам захватывать полупетельки с одной и с другой, скажем, петли, то есть две стороны. Далее снова вот у нас идет регланная линия. Мы берем, подхватываем с одной стороны две полупетельки и с другой стороны. Теперь доходим до регланной линии, и вот эти растянутые, получается, петельки мы соединяем, захватывая их вместе с одной стороны и точно так же с другой стороны. Все хорошо подтяните. И далее мы доходим до вот этой уже, получается, части, где соединяли спинку и перед. И тоже точно так же пройдемся буквально несколько стежочков для того, чтобы соединить нам
перед и спинку вот этот промежуточек. И посмотрите, регланная линия у нас максимально совпала. Идет как бы получается дальше шовчик сшивания рукавчика до регланной линии и все. Здесь ниточка уже, скажем, заканчивается, она нам уже не нужна. Мы ее выводим на изнаночную сторону и там ее прячем. Здесь, посмотрите, все достаточно аккуратно, дырочек никаких нету, и мы с изнаночной стороны эту ниточку закрепляем и прячем. Точно так же делаем и на второй части рукавчика в, скажем так, промежутке под ручкой на линии проймы. После того, как мы закончили вязать полностью всю кофточку, мы прячем краешки ниточек. Горловинку я обрабатывать не буду, она у меня остается вот так вот немножечко как бы с отворотиком во внутреннюю сторону, как и, скажем, рукавчики. Вот такой вот получилось у меня красивой закругленной стороной. Точно так же и нижняя сторона у меня обработки края получилась без каких-либо, скажем, особенностей. Это просто закрытая лицевая гладь, вот как я и хотела. Размеры я попала, то есть те, которые размеры мы с вами изначально планировали на тетрадочке, скажем, исходя из плотности вязания. Вот, у меня точно так же все получилось 34 сантиметра от линии проймы до, скажем, нижней стороны, и плюс где-то 2 сантиметра у меня получилось на отворот края по низу. То есть все достаточно получилось, как на мой взгляд, гармонично и аккуратно. Осталось лишь только сделать вторичную тепловую обработку, либо же немножечко после стирочки отпарить для того, чтобы петли более стали ровнее и как бы на свои места. Все, в принципе, кофточка готова, только лишь осталось ее, скажем так, одеть и носить с удовольствием. Я надеюсь, что у вас получилось, было интересно и понравилось. Конечно же, не забудьте лайкать, спасибо, что оставались на моем канале. Также не забывайте нажать на колокольчик под видео для того, чтобы получать оповещения о новых видео, вышедших на моем канале. Пока-пока!